не знаю, дети у меня тренируются обычно на хлебе. Вот кусок хлеба я даю, такой, который уже нарезанный батон, например. И мы сидим, режем его, чтобы получить нам ровный срез. Потому что дети иногда вилки вот так отгребают, пилят ножом. Тут нужно все учить, как правильно. Дальше, смотри. По правилам этикета, вот руками вот так болтать нельзя. А почему? Может, я захотела. Вот я хочу, может, я бы птичка такая. Как думаешь, почему так придумали? Почему нельзя руками махать? А? Потому что ты можешь сбить воду, и она разольется, и тогда это будет, ну, как бы, ну, это будет так же. Да. А теперь представь, что мы с тобой сидим на каком-то званом ужине, да, и около соседей, а мы будем руками так махать, и мы, возможно, этого человека задеем, да? Да. Поэтому раньше, знаешь, дворянским детям под мышки подкладывали книги, представляешь, книги. И им нужно было вот, вот так вот ровно сидеть, ровно спиной, отрезать кусочек еды и вот так вот ровненько есть. Поэтому это важно, чтобы мы не болтали руками. Далее, смотри, если мы вдруг, например, начали есть, давай будем фантазировать, что мы сегодня будем с тобой есть, например, первое блюдо в нашем кафе. Я бы поела мясо с... Мясо с зеленью. Да? Мясо с зеленью, да. Отлично, идеально. Итак, приступаем. Елизавета, у вас на тарелке есть кусок мяса. Начинаем. Кусочек от... накололи вилкой. У нас есть хлеб, ровно, если что. Подложишь, подложишь, вот. Попробуешь? Хлебушек дай, посмотрите, как мы кушаем. Ну, мама, какая у нас мама хорошая, добрая. Давайте хлеб, давайте, давайте. Ну, ой, вообще с книжками, ты же моя хорошая. Сейчас мама нам даст кусочек хлеба. Учиться так учиться. Так. Держи, держи. Вот, такой нам и нужен был. Итак, Лиза, маленький кусочек. Сначала мы, значит, за вилкой захватили. Захватила? Да. Теперь ложь. Найди место, где у него зубцы, и начинай отрезать. Давай, поехали. Держи при этом ровно спину. Молодец. Он что, с книжками человек? Надо было без книжек хотя бы, а что ее так сразу мучить? Так, так, так. Сложно, да? Угу. Конечно, сложно. Давайте пока без книг под мышками. Давайте. Это мы уже будем в следующий урок проходить. Первого урока. Давай за рукнишки. А то она потом скажет, ага, скажете, нужен мне этот ваш этикет. Точно. Так, Лиз, давайте. Угу. Отлично. Что-то там не получается, да, немножко? Да нет, получается. Хорошо, молодец, отлично. Так, угу. Так, ну теперь мы должны, наверное, какой-то наказать, раз у нас тут незапланированное поедание хлеба получилось. Мамочка, дайте нам какой-нибудь напиток. Да, у нее водичка здесь есть, сейчас мамочка возьмет. Отлично. Угу. Лиз, следующий кусочек хлеба не обязательно есть, если ты не хочешь. Мне нужно, чтобы у тебя был ровный срез. Вот попробуй, ровный срез. Угу. Еще разочек пробуй, отрезать. Так, давай. Вилка, очень хорошо у тебя руки, молодец. Я не вижу, как нож у тебя, нож. Но вилку ты держишь прекрасно. Многие дети... Нож у меня вот так вот держится. Идеально, идеально, молодец. Мало детей, которые так быстро все схватывают. Вот, все. Все, идеально. Умница. Можно оставить это в покое. Так, теперь смотри. Идем дальше. Дальше мы с тобой еле-еле наше мясо с зеленью смотрели. И вот теперь, упс, мы еще пока не доели. Нам нужно показать, мы же представь, в ресторане с тобой не дома, да? Да.
что мы отойдем на минуточку, да, но нам нужно еще это блюдо доесть, мы хотим его доесть. И есть такая позиция приборами. Знаешь, приборами можно разговаривать с официантом, представляешь? Да, и вот так вот, если, по-моему, ложку и вилку сложить крестом, эта еда не понравится. Если по-другому сложить, я уже не помню как, но я это гуглила, когда я сидела в ресторане. К сожалению, в интернете противоположная информация. Вот противоположная по поводу этих приборов. Поэтому я тебе сейчас азы дам, вот, которые обучают, а ты потом уже будешь еще дополнять. Смотри, вот у меня я маленькой тарелки покажу, надеюсь, тебе будет видно. А я лучше я на камеру вот так сделаю. Угу, смотри. Итак, мы ели. И если нам нужно отойти на какое-то время, то мы приборы складываем в паузу. Смотри, пауза это называется. Угу. Это когда вилка, нож находится на тарелке, вилка тупчиками наверх, да. Нож смотрит на вилку, смотри. Да. Угу. Все, приборы не скрещиваем. Тогда, даже если у вас остался в тарелке один кусочек, официант не заберет еду. Ну, только если официант знает этикет, конечно. Если не знает, не ругайте его сильно. Главное это нам знать, а уже люди, ну, это их уже право знать или не знать. Как это называется позиция приборами? Лиз, вспоминай, я говорила. Пауза. Умница, пауза. Итак, это пауза. После этого мы можем удаляться и спокойненько возвращаться к уже этому блюду. Угу. А теперь смотри, если мы вилку поворачиваем вот так, нож у нас остался, рукоятки на 2 сантиметра выглядывают из тарелки. Эта позиция называется «я закончил». Я больше не буду. Даже если будет полная тарелка еды, но мы сделаем так приборы, это говорит о том, что я закончил, я больше не буду. Теперь давай посмотрим. Смотри, почему так? Во-первых, официант подходит с определенной стороны к нам, и он может так вот придержать края прибора и спокойно убрать, собственно, нашу тарелку. Поняла? А если бы мы приборы как попало разбросали по тарелке, да? И он начал бы забирать, есть вероятность, что эти приборы бы полетели на нас. Поняла? Да. Вот такие правила. Это две позиции. Пауза. И вторая позиция какая? Пауза закончу. Закончу. Покажи мне, пожалуйста, сложи так приборы, как я тебе рассказала сейчас. Это будет называться «закончу». Угу. Так, сейчас покажу. Угу. Видно даже. Ага, вот так вот. Да, молодец, все верно. Рукоятки там где маленько выглядывают из тарелки, да? Да. Ручки. Все прекрасно. Ага. И еще одна из позиций, которая делается очень редко. Это когда мы вот так вот в вилку вставляем нож. Вот так вот? Да. Так. Эта позиция говорит, что это блюдо несъедобно вообще. Например, вам подали сильно пересоленное, переперченное, там муху вы нашли, волосы, я не знаю, что-то ужасное. Но как ты думаешь, можно почти все съесть и потом сделать так приборами? Нет, конечно. Поменяйте мне блюдо. Нет. Это вы откусываете, отрезаете один кусочек, пробуете и спокойным моментом вот укладываете так приборы, так? Но будет ли культурный человек устраивать скандал? Вот нет, вопрос. Конечно, нет. А как же нам быть? Как нам, вот мы сделали так приборы, давай предположим, такая ситуация у нас, и подходит официант и говорит, вам что-то не понравилось, что случилось. Как лучше поступить, как ты думаешь? Сказать то, что что там попалось, и просто спокойно сказать это официанту, официант поймет и принесет другое блюдо, которое будет без этой вещи, которая нам не понравилась. Отлично, умница, все верно. Мы никогда не устраиваем скандалы, на то мы и культурные люди, правда? Да. И официант это не готовил, зачем на него ругаться? Угу. Ну, это же готовил по...
Да. Ну, а повар, он же человек, все же люди, и все могут ошибаться. Да. И как раз культура и говорит, что нам нужно уметь быть сдержанным и не обижать ни в коем случае других. Теперь берем наши приборы на исходную позицию, пусть они там полежат на салфетке, когда мы только начинали. И запомним одно волшебное слово. Когда нам нужно отойти от... Вот представь, мы сидим, тут есть гости за столом, да? И нам нужно с тобой отойти. Вот тебе нужно выйти со стола. Как это? Что ты скажешь? Например, ты скажешь, я пошла в туалет. Нет. Например, важный звонок, я пошла. Или мне вот что-то начинать объяснять. Ну, что-то людям объяснять. Нет, надо нет. положить вот так вот нож и вилку, и потом уже, когда люди поймут, ты можешь отойти. Да, и хорошо сказать, я отойду на минуточку. Запомнила? На минуточку. Это некоторые говорят, что можно пойти, ну, уйти и ничего не сказать, но это неправильно. Люди могут поинтересоваться, может быть, вам стало плохо, или какая-то другая оказия случилась, да? Поэтому нужно сказать, я сейчас отойду на минуточку. На будущих уроках мы будем изучать еще тканевые салфетки, много чего еще. Сегодня пока на этом остановимся. И мы говорим слово не туалет, а уборная или дамская комната. Хорошо? Mm-hmm. Вот так. Считается культурным, элегантным и красивым. Угу. С этим мы с тобой разобрались. А теперь давай предположим, что мы будем с тобой пить чай. Чай. Или кофе. Вот у меня такая есть кружечка. Я приготовила тебе. И правила этикета. Есть у тебя кружечка тоже? Да, конечно. Отлично. Как правильно держать ее и как правильно пить. Есть такие правила этикета. Правильно, смотри. Когда мы сидим за столом, я тебе просто подняла кружку, чтобы тебе было видно. На самом деле мы блюдце не поднимаем. Но если чайная церемония проходит рядом с журнальными столиками, это, например, может быть какая-то презентация книги или просто беседа, тогда леди держит блюдце ладонью, и уже вот отсюда она пьет чай. Она не оставляет блюдце на журнальном столике. Но мы с тобой за обычным столом, поэтому у нас блюдце стоит на столе. И теперь смотри. Смотри, как я держу ровно пальцы. Видишь? Да. Это тогда, когда в моей кружке чай. Да. Чай мы держим ровно. Это сложно, потому что если в нем есть напиток, кружка тяжелая получается. Да. Поэтому наливать нужно полкружечки. Полкружечки. Далее. Я... А кружку, смотри, она куда идет, видишь? Да. Я не наклоняю, не делаю, да? Я аккуратно и поставила. Угу. Так, давай вместе будем тренироваться. Да. Давай убирай вот эту тарелку от себя, убирайте тарелку. Так, отлично, нам она не нужна больше. И теперь у нас эпития. Так, угу. А нам сейчас надо без салфетки. Чтобы у нас была чистота эксперимента. Берем кружечку. Так. И... Нет, это пусть будет. Я просто буду учить тебя ставить. Так. Торопись. А удобно тебе сидеть? Все хорошо? Да. Теперь вместе со мной мы поднимаем кружку. Припеваем. И плавно опускаем. Можно тише, чтобы не было этого звука. Получилось? Да. А представь, если будем сидеть и вот хлопать посудой, это просто будет, ну, так себе культурно. Да. Теперь у нас такой чайная ложечка. Да. Да? Чайную ложку мы будем учиться размешивать сахар, если нам нужно так сделать. Мы берем чайную мы не ложечку. Вот так вот делаем, а легонечко вот так вот размешиваем сахар. Правильно. Но смотри, не круговыми движениями, а от себя к себе. Вот так. Понимаешь? Ага. Вот это мало кто знает. Если ты будешь так мешать, размешивать сахар, то это будет очень элегантно и красиво. Поняла? Вот так тихонько. Мы ложечкой не касаемся стенок кружки, чтобы не стучать. Да. Дна.
и спокойненько размешиваем. Дальше. Лиз, смотри на меня, пожалуйста. Да. Смотри, я размешала и подаю рудок. Ой, как вкусно. Хорошо я сделала? Нет. Нет. Облизывать ложку не надо. Мы ее аккуратно помещаем за чайную пару. За чайную. Не перед собой, Лиз, а за кружечку. Да, вот. За кружечку. А вот это? Вот. Да, да, да. Вот таким образом. Это. И ложечка, смотри, она там, где вот этот вот как раз у кружечки, да? Угу. Вот это вот. Видишь, Кастя? Да. Угу. Это для того, чтобы нам было удобно. Вот мы будем вот так пить с тобой чай. Красиво. И будем наслаждаться. Угу. И вот уже такие простые манеры говорят о том, что у человека знает этикет. Далее, если мы... кстати, я хочу сказать, что я бывала в разных музеях, и в кружках есть, я смотрела в Эрмитаже, как царский фарфор представлен там. И там есть такие сервизы, где в чайных парах вот эти ручки сплошные, представляешь, то есть они без дырочки, без этой. Потому что они раньше так чай пили, они вот так держали эти кружечки, понимаешь? Это мы сейчас уже другими. Но если в этой кружке кофе, то мы тогда вот этим пальчиком вот так держим кофе, поняла? Обычно. Хотя я кофе не пью, но все равно. Ну, надо знать. Да. Вот так, правда? На будущее. Итак, отлично. Хорошо. Вот таким образом мы с тобой сегодня выучили. Давай пройдемся мы с тобой по... так, сколько там у нас времени, я не могу смотреть. Не вижу, сколько времени. Мы с тобой выучили. Первое. То этикет – это много-много-много разных наук в одном, да? Да. Это красивую осанку. И про красивую грамотную речь, да. И про ум в голове, да? Угу. И про многие другие правила. Теперь, моя дорогая, скажи правило какое-нибудь одно, как будто ты учитель, а я ученик. Что ты запомнила? Я запомнила, как правильно пить чай. Вот так вот. Так. Я запомнила, как надо ставить вилки и этот... вилку и нож, чтобы отойти. Вот так вот. Mm-hmm. Вилка должна вот так вот стоять зубцами кверху, а нож должен животиком к вилке быть. Как тарелки. Нож смотрит на тарелку. Ага. Угу. Отлично, молодец. Когда мы садимся за стол, мы держим ровную спину. И вообще леди держит ровную спину. Да. Это самый первый признак, да? То, что мы воспитанные культурные люди и элегантные. Да. Вот. Я рекомендую вам дома поиграть в игру вот с этими буквами, да? Да. Хорошо? И на следующих уроках мы будем уже изучать другие правила, потому что их много впереди у нас еще, да? Но хотя бы мы основные изучим за эти несколько уроков, и тогда ты запросто будешь у меня самым лучшим образом знать, как вести себя в ресторане, в любом, в дорогом. Угу. Там будут много еще моментов, мы будем изучать. Мы с тобой обязательно научимся по разным темам, по правилам этикета, как себя вести, например, в театре, на выставке, на презентации, как собираться на мероприятия. Вообще мама напишет темы, которые тебе максимально интересны, потому что тем много, и мы будем урок за уроком с тобой осваивать. Я хочу со своей стороны сказать, что ты очень способная девочка. Это правда. Во-первых, первая игра сказала о том, что, видимо, ты читаешь или тебе читают, потому что у тебя хороший словарный запас. А дальше твой наряд мне понравился сегодня. Это говорит о хорошем вкусе. Угу. И ты быстро все запоминаешь, я тебе могу сказать. Я думаю, ты, наверное, на пятерке на дне учишься, или что у вас там сейчас ставят, я не знаю. Тут у нас баллы от 1 до 100. И я училась где-то на 70-80. Вот видно, что ты хорошо учишься. Ты большая умница. Я рада была с тобой познакомиться.
До новых встреч, моя дорогая. Спасибо. До новых встреч. Благодарю.